Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко. Тут две блондинки беседу, говорят: Марина, а ты знаешь, зачем у вертолета нужны вот эти лопасти, которые наверху? Тот говорит: да, ну, наверное, чтобы летать. Нет, это вентилятор, чтобы пилот не потел. Да ладно, серьезно, как ты летел на вертолете, эти лопасти практически полностью остановились. Ты не представляешь, как вспотел пилот.